Для большинства людей Донбасса День шахтера ассоциируется с праздником отважных тружеников, сильных духом и телом мужчин. В этот день отдавают должное самоотверженному труду, славной многотысячной армии горняков, хочется вспомнить, через какие трудности пришлось пройти нашим землякам. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Роберт Рождественский, поэма «Реквием». Дореволюционная шахта номер 44-бис «Калиновка» принадлежала предпринимателю Рыковскому, у которого в общей сложности числилось 5 шахт, расположенных неподалеку одна от другой. 18 июня 1908 года в 8 вечера на одной из шахт, принадлежавших Рыковскому, прогремел взрыв. Считается, что именно на шахте 44-бис произошло знаменитое чрезвычайное происшествие, унесшее многочисленные жизни работников угольной промышленности. По количеству жертв эта авария является крупнейшей в летописях русской угледобычи и вообще одна из самых масштабных в мировой истории этого промысла. Из 350 горняков, спустившихся в эту смену под землю, на поверхность поднялись живыми и здоровыми лишь 77 человек. 150 горняков погибли сразу, еще 123 скончались позже в больнице от ожогов и отравления продуктами горения. Однако данная трагедия не является первой в истории злополучной шахты. 4 января 1891 года здесь был зафиксирован взрыв метана, унесший жизни 55 шахтеров. Причина была та же, что и 17 лет спустя – слабое проветривание метаноопасных выработок и открытые горняцкие лампы. Спустя годы на странице газеты «Диктатура труда» были опубликованы жуткие воспоминания одного из выживших горняков во время аварии 1908 года. С его слов раскрывается вся картина происходящего, и становится ясно, насколько тяжелым и опасным был труд шахтеров в те годы. Задолго до этого дня мы, старые шахтеры, обращали внимание администрации рудника на скапливающийся газ и указывали на необходимость очистки шахты от скопления газов. Администрация медлила, а газ уже давал о себе знать. Свистел, гудел на разные голоса и завывал какую-то адскую мелодию, от которой бросало то в холод, то в жар. Так было и в этот злополучный день. На тысячи ладов, не переставая, свистел и визжал по продольной газ. Мы шли к своей печке. У молодых шахтеров поджилки тряслись, да и нас, старичков, охватывал ужас. Но нужда и голод заставляли идти туда, где поджидала смерть. Не успели мы поработать и 2 часов, как привычное ухо уловило какой-то треск. Я прыгнул в печку, куда вскочили еще несколько человек. Не знаю, опытность или инстинкт подсказали нам, что делать дальше. Но я нагнулся и стал подымать брезент. И то же самое без всякой команды и приказа сделали и другие. Мы быстро закрыли брезентом вход в печку и также инстинктивно стали сильно прижимать его, чтобы не было отверстия, куда бы мог проникнуть шедший по галерее газ. Мы слышали будто раскаты грома, трещало, шумело и как будто что-то катилось по продольной. Как выяснилось после, это газ своей стремительной силой разворачивал рельсы, крутил их в кольца и в то же время разбрасывал все стоящее на пути к выходу. Однако и брезент не уберег всех горняков, которые спрятались в печке. Газу удалось просочиться внутрь, вследствие чего многие шахтеры получили отравление. В годы Великой Отечественной войны зловещая шахта 44-бис вновь напомнила о своем существовании. Эту шахту называли колодцем смерти, потому что в годы войны фашисты сбросили туда, по официальным данным, 75 тысяч человек. Но сколько их конкретно было, естественно, никто не знает, потому что немецкие документы, они не фиксировали, во-первых, количество, а во-вторых, верить фашистским документам, то же самое, что сегодня верить украинским документам. Они откровенно врали. Врали, например, о том, что в ствол шахты сбрасывали только расстрелянных, только мертвых, только трупы. Но на самом деле существует масса свидетельств о том, что немцы очень много сбросили туда живых людей. Немцы были очень падки на золото и на деньги. И тех людей, которые им платили или давали там какое-то золотое изделие, они выпускали из этого гетто и давали возможность там куда-то уйти по своим делам, но с условием вернуться потом. И вот одна женщина рассказывала, что она дала свои золотые кольца фашисту, тот ее выпустил, и она до вечера была у своих друзей. Когда она вернулась, она увидела, что все двери этого поселка настежь, никого нет, ни немцев, ни жителей этого поселка.
И она не знала, что с ними случилось. И потом она узнала случайно, что подъехали душегубки, этих людей вывезли, и больше их никто не видел. Вы знаете, что такое душегубка? Это машина закрытая, у которой выхлопная труба выведена непосредственно в то место, где находились люди. Потому что назвать это место салоном достаточно сложно. Немцы набивали его до предела. Люди стояли вот так вплотную друг к другу и травились этим газом. Немцы сбрасывали людей в шурф шахты, не дожидаясь ночи. Они действовали открыто, устраивая из казни буквально публичные шоу. Например, детей они просто бросали в этот ствол, то есть не тратили на них ни пуль, ни патронов. Теперь известно также, что Сава Матюкин, это руководитель подпольной группы, которую в Донбассе называли «Непокоренные», что его после пыток и избиений тоже сбросили в шурф живым. И даже по легенде он потащил за собой немецкого офицера. Вот якобы после этого случая и стали сбрасывать туда только расстрелянных. Все возможно. Но все равно масса свидетельств людей, которые рассказывают о том, что, вот, например, немец подъехал, привез троих детей, а слышали люди только два выстрела, значит, третьего ребенка, маленького самого, он бросил туда живым. Только после окончания Великой Отечественной войны был снят занавес истории шахты. Все жители нашего города узнали об издевательствах немецких военных над мирным населением города. И только сейчас все осознали, что за гул, крики и стоны доносились из шурфа шахты 44 БИС «Калиновка». По неуточненным данным, в шурф было сброшено от 75 до 100 тысяч человек. К сожалению, точное количество жертв установить невозможно, так как для ускорения процесса разложения тел немцы сыпали в шурф различного рода химию. Отступая, немцы взорвали этот ствол. То есть, несмотря на то, что в немецких документах написано, что они якобы использовали наши шахты просто как могилы, все-таки они понимали, что они натворили, потому что иначе бы они не взрывали этот ствол. И пришлось разобрать 54 метра завалов, это битого кирпича, арматуры там обвалившегося бетона и прочего, чтобы добраться до этих тел. По официальным данным, где-то около 150 человек, которых сбросили туда недавно, в 43-м году, были опознаны. Опознаны и захоронены у нас на кладбище на Мушкетово. Все остальные, к сожалению, их опознать возможности никакой не было. Оставшиеся тела, которые же поддались процессу разложения, пришлось залить бетоном. Так была создана братская могила, входящая в единый мемориальный комплекс шурфа шахты номер 44 БИС, который расположен в Калининском районе Донецка. Одним из самых сложных этапов жизни и деятельности шахтеров нашего региона являются послевоенные годы. Именно труженикам угольной отрасли пришлось восстанавливать Донбасс. В горизонтальные шахты, это те, в которых не вертикальный ствол, а вот такой пологий спуск, немцы закладывали мины, которые до поры до времени не давали о себе знать. Но когда люди начинали разбирать завалы, потому что сначала взрывали все, что было в шахте, эти мины начинали взрываться. И вот у нас есть один такой шахтер, герой соцтруда Жуков, который рассказал, что разбирая завалы, он услышал, как что-то тикает. Он наклонился и увидел эту самую мину. Шахта была, к счастью, наклонная. Он просто на автопилоте, что называется, взял эту мину в руки и вынес ее быстрым шагом из шахты. Ему что-то кричали вслед, видимо, люди видели, что он делает. Он отнес ее на задний двор, положил какую-то старую вагонетку и также быстрым шагом оттуда ушел. Через несколько секунд она взорвалась. Его, слава богу, не зацепило. Многие шахты были затоплены, горняки проделали колоссальную работу. Они из шахт выкачали в общей сложности 65 миллионов кубометров воды. 10 сентября 1947 года была учреждена медаль за восстановление угольных шахт Донбасса и звание «Почетный шахтер». Был также установлен и профессиональный праздник «День шахтера». Ежегодно во всех населенных пунктах Донецкой Народной Республики в последнее воскресенье августа проходят торжественные мероприятия, посвященные работникам угольной отрасли. Шахтеры ежедневно проделывают каторжную работу. Не жалея себя, они делают все возможное для процветания родного края. С вами была Алина Черняева. До новых встреч, но уже на новом месте.